Но у меня-то нет купальников. Смотри, ветка свалилась. Мы еще, кстати, не надули ни фламинго, ни этого какого ананаса. Тоже что-то переживаю, блин, уже четвертый день, мы ничего не надули. Я думаю, наверное, можно, в принципе, будет даже сегодня надуть. Что набираешь? Это было вообще вкусно, я ее позавчера пробовала, была очень вкусной, и сосиски вчерашние, которые были. Ка прям тут набирает и пьет. Просто пить сильно захотелось. А здесь появился вот такой вот манговый смузи. Всем приятного аппетита. Я, кстати, еще не взял не все. Мы еще потом пойдем за фруктами. И я возьму себе к чаю. Хочу вот такую вот вафельку, только не с нутеллой, а с арахисовой пастой. Ребят, мы покушали. Это вот Викулька тут нас съест минут 30-40 свободных. Просто поваляться, полежать на лежаках. А потом мы пойдем вот по вот этому мостику. Вон туда, это дайвинг-центр. Будем пробный раз купаться в дайвинг-центре. Ну, нырять. Вот, а пока лежим, отдыхаем. Чтобы вы понимали, насколько нам неохота снимать видео, хочется насладиться всем вот этим. Да. Потому что уже через 4 дня, через 5 дней уезжаем. Очень грустно, что так быстро время пролетает. Сказали, что это довольно-таки страшно. Ну что, Вик, как тебе? Было круто. Вначале я очень сильно напугалась. Мне казалось, что мне не хватает дыхания, и я не смогу дышать под водой, потому что я не умею не дышать носом. И как бы я погрузилась, сначала чуть-чуть поплавала, было все хорошо, потом мне стало давить на уши. Потом я вынырнула, и мне при погружении снова стало очень-очень страшно. Но я все-таки переборола свой страх, погрузилась. И, кстати, там вообще привыкаешь дышать вот этой трубкой, и все вообще... Кажется, как будто так ты и дышал до этого. Ребят, мы идем с пробного дайвинга. Это было очень круто. Нас никуда не вывозили. Это было вот здесь, прям рядышком. Вот где-то там, вот там дальше, вот, получается. Да, вот и встретили Мурьену. Нам говорят, что это очень редко вообще, типа, встретить ее. Ну, нам сказали, да, вот эта змея, которая копошилась, это вот была Мурьена. Смотрю, какая-то змея страшная. Думаю, ща как меня ужалит. За ногу цапнет. А она, знаешь, меня прям над ней два раза провела, прям сверху. Ну, чтоб ты посмотрела. А мне было так страшно, думаю, сейчас меня цапнет, но она такая красивая, потрогать ее хочется. А сейчас мы с Викой идем до нашего номера, и потом уже решим, что будем делать. Либо немножечко пофоткаемся, либо пойдем опять смотреть на рыбок, но уже с помощью наших масок. Вот. Мы с Денисом сейчас уже в отеле и снимаем параллельно видео на наш канал. И Денис надувает как раз-таки для скетча надувной круг. И мы как раз-таки сегодня на нем поплаваем и пофоткаемся. Первым мы решили надувать фламинго, но у Дениса уже болят щеки, он уже устал. Бедняга, мне его жалко, хочется ему помочь, но он мне не дает. Он балуется, Денис. Все, Вик, я надул. Классно!
тебя щечки, да, болят? Да, щечки немножко болят. Нам еще остался ананас надуть. Чего еще ананасик? Наконец-то доснимем, надуем наши матрас и круг и пойдем купаться в море. Я хочу в море пойти купаться. Еще потом мы планируем пойти рыбакнем посмотреть. И потом уже ресторан, и уже стемнеет. Короче, день здесь длится прям моментально. Аж грустно от этого. Ой, как классно! У тебя, наверное, щечки, да, болят. Просто нам еще надо надуть ананас. Ребят, смотрите. Это какой-то жучок. Ему надо помочь, его надо перевернуть, да? Да, возьми палочку, переверни его, а то он барахтается, бедняга, на жаре. Он такой криповый. Эй, маленький. Главное, чтобы он нас не ужалил. Во-во, вот так оставь его, пусть ползет. Все, чувачок, сам оставайся. Сам разберется дальше. Выплывай, это расписные. Зеленые глаза, капец. У тебя прямо оно отсвечивается, еще жирнее становится. Ананаса? Да. Ладно, пошли фоткать. Громко я чихаю. Денис сейчас собирает штатив, камеру, чтобы пофоткаться. Вначале меня будем фоткать? Да, конечно. Ну ладно, это хорошо. Потом надо накрыть плечи, чтобы не сгореть. А-а-а, фламинго улетает! Кстати, ребят, сегодня, когда ходили фоткаться возле моря, мы еще немного покупались. Я вот набрал такие вот ракушечки. Я специально выбрал там, где нет крабиков, и специально выбрал такие, в которые крабики уже не залезут. Здесь вот, конечно, может маленький какой-нибудь залезть, но здесь не было крабика, я забрал себе. Так, ну давайте вот такие. Ой, блин, столько пакета навел. У вас, Вика, есть какой-нибудь пакетик? Ребят, Вика здесь взяла туалетной бумаги пакетик и сюда складывает ракушки. Кстати, мой лук на сегодня вот такой. Я одел вот эту футболочку, кажется, в первый раз. И вот такие шортики. А к нам кто-то пришел в гости. Получилось, что как раз, когда мы уже собирались сейчас уходить, к нам пришел человек, который убирается в комнате. Мы его запустили, он начал убираться. Немножечко стыдно, потому что мы такие бардачники, что капец. Давайте глянем, что у него тут. У него, смотрите, вот такая вот тележка. Тут вот специальные щеточки. Это чтобы расчесать здесь нам песочек. Всякие ёршики. В общем, все с собой есть. Сейчас человек приберется и все будет окей. Смотри, ветка свалилась. Капец. Офигеть. Мне кажется, обрезали, нет? Не, видно же, что упало. Там что, лисица? Они такие клевые. Говорят, что их в основном боятся. Смотри, лисица тут где-то кричит, вторая там ей отвечает. У них где-то тут гнездо, говорят. На, подержи, я в камеру достану. Говорят, что лисиц всегда все боятся, особенно когда я смотрела отзывы к отелю. Все боялись этих лисиц, на самом деле они вообще не страшные, не очень милые. И мы постоянно пытаемся их поймать, ну не поймать в руки, а просто посмотреть на них поближе. Спили. В общем, я ходил на большой бассейн, лисица вот так зависла над бассейном, резко так раз и пьет водичку. Потом второй раз, попила водичку, залезла на пальму, посидела чуть. Пролетает круг, села, покричала, опять летит круг, и какашку у нее с попки. Надеюсь, не в бассейн? Нет, нет, мимо там. Чистюля, лисюля. Мы с Денисом уже пофоткались возле пальмы. Уже штук, наверное, 6 геккончиков видели, пока шли. Я зафоткала, она очень крупная. Хотите, покажу? Давай, показывай. Они такие смешные, у них такой очень длинный хвост, и они кверху его поднимают. Вот. Лицо. Они прикольные, они смотрят, изучают, как ты себя ведешь, что ты делаешь. И потом чик-чик-чик убегают, короче. Я только сегодня днем сказала Денису, что мы сегодня весь день вообще не видели ни одного геккончика. И вот сейчас, когда уже идем в ресторан, их штук 6 встретили. Они, видимо, к вечеру больше вылезают. Хотя днем было тоже до этого много. Странно. Шли в итоге, попросили, чтобы нас довезли. Сейчас сядем, надеюсь. Сейчас нас здесь.